Привет, сегодня я была на Катар-Италь. Это наш рынок в Ташкенте. Я хочу вам показать мои покупочки. Вот такой блокнот я купила. Он совсем детский, но мне очень понравился. Посмотрите, какое прекрасное оформление. Он китайский. Тут на китайских иероглифах описание. И вот такие страницы в нем. Они розовые. Зелененький и синенький. Очень хороший блокнотик. Можно на нем что-нибудь записывать. Там мысли или какие-то цитаты или еще что-нибудь. Мне очень нравится. И что самое главное, что он прошит нитками и долго будет служить. Также я купила вот такие кисточки. Они очень тонкие. Вот мой палец. По сравнению с моей рукой, они для очень тонких линий. Фирма называется Бомижия. Это китайские кисточки. Вот. Made in China. Ну, мне нравятся, очень симпатичные. Также я купила просто очень симпатичные стикеры в таком шоколадном стиле. Это вот. Их тут 6 штук. Тут разные надписи. Буду использовать для журналинга, для дневника. Разные. Тут совершенно разные надписи на английском. И мне нравится, что такой шоколадный, капучино, кофейный цвет. Очень красивый. Просто прелесть. Я восхищаюсь. Видите, как много их здесь. И стоили они очень дешево. И вот такой вот было. Можно разрезать пополам и как закладку использовать. Также вот такие закладочки с кошками. Вообще не хотела их покупать, но потом решила все-таки купить. Они это лазерные магнитные закладки с такими милыми кисоньками. И такие стикеры из серии Sanrio Hello Kitty. Здесь все персонажи из мультфильма, мультсериала Hello Kitty. Вот Куроми. И вот Синаморал. Что-то самой Hello Kitty здесь не видно. Но зато есть Куроми. Забыла, как этого персонажа звать. Пока еще не запомнила. Только недавно начала мультсериал смотреть. Ну, в общем, такие милые стикеры. Хорошенькие. Мне очень нравится. Вот, в общем, такое вот видео. Так что, если вам понравилось, ставьте лайк, чтобы я знала, что вы хотите еще что-нибудь такое посмотреть. Была рада с вами поделиться. Спасибо за просмотр. Пока!